По благословению епископа Белевского и Алексинского Серафима в Спасо-Преображенском мужском монастыре Белева состоялся второй ежегодный фестиваль колокольного звона «Белевский перезвон». Задача мероприятия – возрождение древних традиций колокольного звонарского искусства. Перед началом мероприятия с приветственным словом к собравшимся обратился Преосвященный Серафим, епископ Белевский и Алексинский. Я желаю всем участникам фестиваля помощи Божией и радости, милости Божией, и того, чтобы они сегодня показали свои таланты, порадовали нас, а вместе с тем получили и от нас тоже духовное и молитвенное утешение и милость Божию. Среди гостей фестиваля присутствовали глава муниципального образования Белевский район Сергей Плюханов, глава администрации муниципального образования Белевский район Олег Соловьев, благочинные округов Белевской епархии, духовенство, представители органов власти и средства массовой информации. В основной программе мероприятия приняли участие около 20 звонарей, двое из которых являются выпускниками школы звонарного мастерства «Белевский перезвон». Колокольный звон чередовались с выступлениями юных солистов из Дома детского творчества города Белева. В ходе фестиваля участники и гости открыли для себя новые страницы истории звонарного мастерства в России, а также обменялись накопленным опытом. Для гостей фестиваля были проведены мастер-классы по колокольному искусству, ватику, интерьерной кукле, а также организованы выставки-продажи предметов народного творчества. По завершении фестивальной программы Преосвященный Владыка вручил всем участникам сертификаты и памятные сувениры от Белевской епархии. Студия «Лучик надежды» специально для телеканала «Союз».